Бутик Политик. С понедельника по четверг с 4 до 5 вечера. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов, это Бутик Политик. Сегодня особенный выпуск у нас. Во-первых, Labor Day, всех поздравляю. Во-вторых, у нас программа заходит в новую эпоху. Так случилось, что американские праздники Faithful очень-очень значимы для этой передачи. Thanksgiving 2015 мы начали ежедневный формат, а с Labor Day 20 мы начинаем двухчасовой формат. И теперь каждый день с понедельника по четверг будем выходить 2 часа с 3 до 5. В первом часе гости открыть эту нашу новую теперь традицию. У меня честь, выпала мне честь вместе с независимым московским журналистом Юлией Юзик. Мы поговорим с ней непосредственно об Иране и о опыте, который Юля в Иране получила, разные всяческие опыты. И поговорим о том, что такое место Иран занимает в регионе. И это буквально вот все начнется через несколько минут. Пожалуйста, оставайтесь с нами, никуда не переключайтесь. Бутик Политик. С понедельника по четверг с 4 до 5 вечера. Сказал, как обрезал. К нам присоединяется независимый московский журналист Юлия Юзик. Юль, привет. Добрый вечер у нас, добрый день у вас, как я понимаю. Ну, у нас примерно так, да. Юль, скажи, у меня тебе такой вопрос сразу. Сразу с места в карьер. Скажи, пожалуйста, сколько в общей сложности дней ты провела в иранской тюрьме? В общей сложности 8 дней. Это, по-моему, так мало, редко бывает. Обычно... Очень повезло. Это понятно, что это очень повезло. Скажи мне, обычно, обычно сколько бывает времени, вот когда человека задерживают в Иране и по надуманному какому-то обвинению и держат просто для того, чтобы запугать или что-то еще подобное? Ну, смотри, тут все упирается в то, какие цели изначально ставятся иранцами, потому что кто-то держится как заложник для торгов, например, как происходило, например, с Джейсоном Резаяном, корреспондентом Washington Post, вашим корреспондентом, которого освободили год с лишним, там, отсидел и так далее. Но, как я знаю, допустим, американцы разморозили 400 миллионов долларов примерно иранских денег, и поэтому его выпустили. И там сам Джон Керри хлопотал. Это во времена Обамы стоит... было, да, после сделки, я правильно понимаю? Да, да, да. Это было после Обамы, его в 2014 году, по-моему, арестовали, и вот в 2015, по-моему, выпустили, по-моему, было так. Но бывают истории, которые заканчиваются совсем не освобождением, а заканчиваются виселицей. И, собственно, именно моя статья, которую мне вменяли шпионаж в пользу Израиля и Моссада, это, в принципе, смертная казнь по иранским законам чаще всего. То есть у меня были такие хорошие перспективы. Скажи, пожалуйста, Юля, какая тюрьма это была? Как она называется? Смотри, Кирилл, дело в том, что ни разу за все время, вот с той поры, как меня впервые привезли в некое здание в Тегеране для того, чтобы я получила свой паспорт, который у меня отняли в аэропорту, вот день я провела в неком здании, в которой я даже не знаю, что это было. То есть я приехала за своим паспортом, который меня отняли. Мне паспорт не отдали, а вместо этого целый день продержали на допросе до 9 часов вечера примерно. И никто мне не представился ни разу, никогда, и не сказал, что это за здание. Но когда я туда зашла, я увидела символику, нашивки, например, человека, который сидел у входа, какой-то там флаг в отдалении в коридоре. Я узнала знакомый, значит, этот знак корпуса стражи Исламской революции. Я его достаточно хорошо уже изучила. Потом, когда меня захватили в моем номере, это была большая команда человек, меня везли с эскортом в тюрьму, как я понимаю, на нескольких машинах с мигалками и черным мешком на голове. И когда меня привезли туда, мне тоже не сказали, где я нахожусь. Вот все эти дни я не знала, где я нахожусь. И ни один человек, в том числе следователь, который вел допрос, он не представился. То есть я не знала ни имен, ни названий, ничего прочего. Вывозили меня уже тоже глубокой ночью оттуда. Лишь в аэропорту я увидела, что меня отправляли в Москву из зала, официального зала приема делегации в аэропорту. Я увидела флаг Министерства информации Ирана. Потом, когда я вернулась уже, я пыталась понять, в общем, где я находилась, то есть дальность этого места нахождения, то есть моего заключения от моего отеля, примерно какие-то косвенные знаки, признаки, все, что я читала, я поняла, что это была тюрьма Эвин, как ее называют в Иране, и следственный изолятор особой секретности, в который они помещают чаще всего иностранцев, которых они обвиняют в шпионаже.
То есть это был особый режим секретности, это были одиночные камеры. И в этой тюрьме, например, ты выходишь из камеры своей одиночной, вот в этом женском отделе, там всего 10 камер. Ты не можешь без вот этой черной маски на глазах, на лицо, ты не можешь даже вот сделать 2 метра для того, чтобы открыть дверь туалета. То есть перемещение по зоне, по территории тюрьмы только вот в этих черных масках на лице. То есть никто никого не знает. И люди, которые ведут с тобой допрос, все тоже были в масках, в белых масках. Мужчины или женщины? Мужчины. Мужчины. Обслуживающий персонал, собственно, надзирательница, женщины в женском отделении. Был следователь и переводчик. То есть следователь, который разговаривал на фарси, переводчик на русский, с русского, соответственно. Это были мужчины. Обращались они с тобой в течение всех этих 8 дней нормально, прилично, или были какие-то грубые вещи они себе позволяли, какие-то, не дай бог, домогательства или что-то еще? Нет, смотри, физически они не трогали пальцем пока, по крайней мере, то есть вот за эти 8 дней, которые там была. Но ты знаешь, наверное, знаешь, что в то время, когда я 8 дней находилась в камере, была сложная коллизия здесь в России, разворачивалась, то есть о чем я не знала, что мои друзья, моя семья и мои коллеги уже собирали там петицию за мое освобождение, и медиа подключились. То есть я уже буквально там на второй день своего заключения стала публично известным заключенным, и трогать меня было бы странно, как бы, ну, да, пока решалась моя судьба. Но в психологическом плане я хочу сказать, что это было очень жестко, очень жестко. Я, знаешь, когда работала в Чечне еще, вот когда шла вторая чеченская, один раз меня задерживала Федеральная служба безопасности в Наурском районе, когда я проводила расследование по женщинам, совершавшим теракты на территории России. Вот. То есть я имела какой-то небольшой опыт вот такого общения, например, с нашими структурами. И вот этот опыт в Иране, он, конечно, для меня был... Ну, разница была большая, скажем так, в способе ведения этих допросов, в тяжелейшем психологическом давлении, в той вот этой словесности, цветистой, персидской, поэтичной словесности. Я вот как раз читала воспоминания Джейсона Резаяна, они абсолютно сходятся. Вот примерно все, что они говорят, как они строят работу с человеком, которым они проводят допросы, это такая идет, знаешь, в течение дня жесточайшая психологическая ломка, когда на тебя сначала пытаются с тобой говорить дружески и говорить, что вот если ты сейчас как бы вот мы как-то найдем взаимопонимание, мы тебя отпустим, зачем нам ты нужен здесь, там твои дети и все. И ты чувствуешь, как будто вроде бы даже с тобой вполне себе по-человечески разговариваешь. Ну, да? Такой, да, добрый, злой, вот, типа, да. Да, вполне себе. А потом вдруг начинается крик. Такое... Нет, они вообще никогда не кричали, в том-то и дело. Может быть, было бы легче, знаешь, с нашим южным темпераментом, если бы крикнул тебе что-то, какие-то эмоции. Абсолютно. То есть сидят люди, которые не повышают голос, говорят тихо, вкрадчиво, и такими метафорами, от которых у тебя волосы встают там, на голове дыбом. Это были какие-то совершенно такие метафоры. Изощренные, да? Какие? Это было очень изощренное, очень изощренное. И вот мне говорили о том, что по обвинению, по которому мне предъявлено, они не отпускают людей. То есть ты должна понять, что тебя ждет смертная казнь. Ты сионистский шпион. Мы будем с тобой разбираться как с сионистским шпионом, пока ты не сознаешься, что Израиль заставлял тебя искать на территории, значит, Ирана. Это вдруг вот 6 лет я туда ездила, искать, и вдруг они решили, что... Что искать? Искать что? Вот именно это я должна была им рассказать. То есть они от меня хотели письменного и устного свидетельства того, что меня... Это была их буквально формулировка, что израильтяне и сионисты заставляют себя искать в Иране. И, знаешь, это было очень трагикомично, поскольку... Когда я прилетела вот в аэропорт, у меня забрали паспорт, человек, который меня туда выманивал, вообще приглашал, он меня вообще... То есть, сейчас я чуть-чуть как бы темы. Это нормально. Меня приглашали поехать и вообще... То есть у меня была плохая ситуация в 2018 году в аэропорту. Они любят эти ситуации делать в аэропорту. И, значит, меня пригласили для того, чтобы просто
я приехала в страну и посетила те города древние, иранские, которые я всегда мечтала посетить за эти годы, и так и не посетила. В том числе Шираз, Персиполис я хотела увидеть, который я так и не увидела. И, например, я хотела посетить Кашан, это очень красивый город. Персиполис, извини, я тебя перебью. Персиполис, ты имеешь в виду руины Персиполиса, да, сожженные? Да, руины Персиполиса, но, тем не менее, мне очень хотелось. Вот, и, то есть, получается, до ареста у меня был полтора дня в Кашане, это город в пустыне, там древний базар, и вот все, что я успела сделать за этот день, это посетить этот древний кашанский базар, купить какие-то подарки, манго и медные кастрюли. И когда они мне начинали этот разговор, ты должна осознаться, что Израиль заставлял тебя искать в Иране. И она сказала, медные кастрюли, понимаешь? Это вот единственное было такое смешное, потому что, ну, понимаешь, это было настолько все абсурдно, и с одной стороны, а с другой стороны страшно. Ну, в общем, вот так. Скажи, а почему они это сделали? Как ты думаешь, зачем они тебя взяли? Ну, ты знаешь, причин много, и, вернее, предположений много. Я думаю, в том числе потому, что достаточно много лет я приезжала в Иран, у меня была очень большая сеть контактов, в том числе на достаточно высоком уровне, и они ожидали то, что я буду писать какую-то книгу об Иране, в том числе, которая и скомпрометирует Иран. Вот. У меня было такое ощущение. И мне кажется, что они вообще боялись того, что вот человек, который столько знает об Иране, о том, как здесь все внутри устроено, жил здесь, имел контакты такого уровня, и причем журналист и писатель, который издавался уже там в разных странах, что, ну, просто знаешь, как оставлять язык на свободе. Вот, гуляющий язык, который, что мне придет в голову, что я захочу написать, как я это использую. И поэтому я думаю, что они решили меня просто во избежание различных проблем в будущем просто закрыть. Вот. Скажи, или закрыть, или не закрыть. Скажи, а ты не думаешь, ведь это совпало, в принципе, твое арест, твое задержание, оно совпало по времени с определенными осложнениями между Россией и Ираном на сирийском направлении, с некоторым недопониманием, с гибелью российских генералов, по некоторым данным, по наводке иранских милиций там, на сирийской территории. И, может быть, это было, ты была просто как одна из обменных таких жетонов, да, таких токенов, которые... Нет, я не думаю так, нет. Они не обвиняли меня в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Они как бы... Ой, извиняюсь. Они не идентифицировали меня как, в принципе, как гражданина России. Вот в таком ключе. Но паспорт у тебя был российский? Да, но они уверяли меня в том, что у меня есть скрытый израильский паспорт. Что они об этом знают, что у меня есть израильский паспорт. И они рассматривали меня как сионистского шпиона. И весь контекст разговоров сводился к тому, что я вообще как бы не имею к России по большому счету никакого отношения. Они знали, что я оппозиционер. И явно они не рассматривали, знаешь, оппозиционера как фигуру, на которую Кремль будет что-то там менять. Мне кажется, это были личные мотивы, и вот в том числе то, что я, значит, вдруг я что-то могу написать, и буду писать, или напишу, и так далее. Мне кажется, что они... Знаешь, как в одном из моих любимых... В одной из моих любимых книг «Начало над пропастью лжи», когда он пишет о том, что, значит, если бы я начал писать всю правду о моих родственниках, их хватило бы по 2 инфаркта на брата. Прям примерно такое начало. И вот они знают, что если бы я начала что-то писать, там хватило бы по 2 инфаркта на брата. Понимаешь? Поэтому мне кажется, что истинная причина, она была вот в этом. Как удалось тебе... Они решили не ждать инфарктов, да. Ну да. Просто меня оставить. Скажи. Оставить меня там. Юль, скажи, а как так случилось? Как удалось тебя освободить? Как это получилось? Как... Тебе же рассказывали, наверное, потом уже, после того, как ты смогла прилететь в Москву. Как это вообще произошло? Да, это для меня как бы еще одна странная история в моей жизни. Поскольку вот после того, как я сделала звонок маме, причем они мне дали как бы возможность сделать этот звонок, предупредив о том, что я должна говорить, что я должна сказать матери, я должна сказать о том, что я задерживаюсь. Вот это было их условие. И когда, значит, меня вывели, потому что там глушители, меня вывели на улицу, там какое-то подсобное помещение, со мной опять стояла бригада целых людей, в том числе следователь и переводчик. И я начала говорить маме очень быстро, тут же. И вот эти секунды, когда они зависли, а переводчик стал переводить следователю, мне удалось вот это вот сообщить домой.
И как только я закончила этот разговор, они забрали трубку. Опять же, я помню эту фразу, которую они мне сказали, что «Ну, ты сделала свой выбор сама, ты предпочла открыть бутылку зубами». Я помню эту фразу. Она мне... Знаешь, это вся цветистость их речи. Я сказала, что это был мой единственный шанс. И теперь делайте все, что хотите. И все. И после этого звонка я осталась в полной тотальной изоляции. Я не знала, что происходит снаружи. Консульского доступа ко мне не было. Ни разу за все после мне. Ни разу российского дипломата к тебе не пришел. Нет. И мне они говорили, что о твоем аресте мы в первый же день сообщили российское консульство, и к себе никто не проявил никакого интереса. Ты никому не нужна. Поэтому я находилась в вакууме, в изоляции, и больше мне никто, естественно, не дал позвонить домой, потому что они уже поняли, ну, чем это все может закончиться. И все. И вот я находилась в абсолютном таком вакууме. А в последний день тюрьмы они стали мне клеить еще новые обвинения. То есть сионизм, работа на сионистов, работа на Израиль, работа на Моссад. И вдруг к этому еще подключилось, что заговор... Значит, заговор, наносящий угрозу национальной безопасности. Ну, типа прорыть канал от Бомбея до Лондона, туннель, как сталинские схемы такие. Типа того, да. Они все фотографии в моем айфоне стали идентифицировать, что я снимала их по заданию Моссада. Это были тайные какие-то секретные сооружения. Ну, это был, в общем, такой бред. Они стали так сильно нагнетать и сказали, что, значит, вот если у них еще были какие-то сомнения в том, что, может быть, я там не шпион и все прочее, то теперь их точно не осталось. И пока я не сгнию здесь до старости, там лет через 30, может быть, они меня выпустят. В общем, они довели меня до совершенно какого-то паралитического состояния, шока. Я лежала весь день. И вдруг уже, когда там все эти ночные, вечерние, ночной этот азан закончился, я уже как бы лежала, уже, по моим ощущениям, была ночь. И вот они заходят с вещмешком и говорят, собирайся выходить. Я перепугалась, потому что я подумала, что они меня будут казнить, конечно. Да. И не верила им до последнего, пока они меня куда-то везли. То есть они потом мне опять закрывали глаза, в общем, чтобы я не видела, куда меня везут. Естественно, я думала, что это все. И вот когда меня привезли с черным этим там мешком или что там, повязка, я уже не помню, я была в шоковом состоянии. Какой-то, как я поняла, аэропорт, меня поднимали на лифте. И вот я поднимаю уже, когда меня снимают, какой-то зал, флаг Министерства информации, потом появляется представитель российского посольства, который сказал: Юлия Викторовна, все закончилось, вы сейчас будете переданы российской стороне, и вы отправитесь домой. Я вообще не... Знаешь, как в каком-то фильме ты сидишь и не понимаешь, что это было с тобой. И когда я вернулась, оказывается, что меня встречали журналисты в аэропорту, и даже федеральные каналы это все показывали. И когда мне это сказали, я переехала домой, мне говорят: ты знаешь, что про тебя даже Киселев говорил. Представляешь? Ну, потому что это уникальная ситуация. Российского гражданина задерживают в Иране по таким обвинениям и выпускают. Я, понимаешь, вот оппозиционный журналист. Ну, да. В 2016 году я участвовала в выборах в Госдуму в Дагестан от «Открытой России» Ходорковского. То есть, ты знаешь, это было очень странно. Вообще вся эта история была очень странная. То, что Лавров за тебя вписался вообще, это удивительный момент. Не только правда. Лавров, там выше даже, чем Лавров. И для меня это до сих пор вот что-то такое непостижимое, вот почему это произошло. Ну, слава богу, в любом случае, я дома, да. И спасибо, конечно, потому что это иначе у нас бы по меньшей мере, да, не было бы и тем, кто выше, иначе у нас не было возможности с тобой разговаривать, в принципе. Не было бы этого эфира. Да, как минимум. И это было бы для всех, для нас, а для радиослушателей и радиозрителей огромная потеря. Юль, смотри, это личная история, которая, в принципе, наверное, зеркало тоже, потому как, чтобы понимать немножко Иран, который, конечно, очень сложная страна, без сомнения, она... многоуровневая страна, она одна из настоящих государств в этом регионе, потому что там всего-то 3-4 государства настоящие, все остальные попридумыванные, нарисованные по линеечке, а это настоящая, бывшая когда-то владела всем миром империя. Скажи, в твоем понимании сегодня, да, вот ты вот смотришь, из твоего опыта ты много в диаспоре бывала в Иране, и ты общалась, наверное, с большим количеством персов, в принципе, и не только персов, а тех, кто там проживает, разных людей. Да. У них до сих пор присутствует этот имперский комплекс внутри страны, что они владели когда-то всем миром, да? Да. И что они вот такие, они в принципе, то есть все вокруг им должны, все у них украли кусок земли, все когда-то, все, короче, откусили от них кусок их суверенитета, и все им угрожают. Это есть?
Да, есть. Это чувство вот какой-то несправедливости, униженности этой ситуации и жажда реванша абсолютно. Есть жажда реванша, да? То есть реваншистские настроения ты там конечно чувствуешь. Это, скажи, идет только абсолютно от истеблишмента или от простых людей тоже? Вообще, я бы сказала, что это вот ты возьми любого иранца, в принципе, и к нему вот эта гордость его принадлежности там, к древнейшему государству. Да, и корейской расе. Да. К великой, да, корейской расе, великая персидская империя, что мы царствовали, владели всем. Это вот, это прям, я бы сказала, прям очень чувствуется. И чем больше вот этих, ну, последних событий, о которых мы знаем, да, вот этих лет, этих санкций, притеснения, унижения, мне кажется, что это выковывает их жажду. Они крепчают, короче. Да, да, у меня ощущение именно такое. И причем иногда, иногда, при том, что я считаю, что там, при том, что они очень пытаются создавать видимость единой, какой-то консолидированной власти, что мы перед лицом трудностей и проблем, мы все вместе, мы, у нас единая позиция. Я считаю, что это не так. Но вот именно в этом они действительно едины. То есть то, что мы давим на них, условно говоря, да, если я тебя правильно понимаю, в принципе, контрпродуктивно, да, потому что это сплачивает нацию на самом деле. Но именно тот способ, которым вы давите, именно тот способ, я считаю, что он имеет он такой обратный эффект в том числе. То есть режим мы на самом деле поддерживаем нашими санкциями, да? Под режимом в данном случае я имею в виду идеологию не Рухани даже, то есть то, что на фасаде, а я имею в виду непосредственно корпус и Али Хаменеи как верховного аятолу, который как бы стражи непосредственно исламской революции в понимании этой исламской революции. То есть вот это... Да, и я хочу сказать, что то, что произошло, например, 3 января 2020 года в Багдаде, это я не знаю, кто это советовал Трампу. Убийство, вот, ликвидация Сулеймани, да, ты говоришь, да? Сулеймани, и с ним был Аль-Мухандис, который отвечает за все вот эти проиранские, иракские, да, милиции. Да, он был, да, командир. Да, это вот... Это ключевые фигуры, которые вот это делают расстановку своих фигур, соответственно, в регионе. Острия, да, копья. Я считаю, что... Я же говорю, я не знаю, кто давал этот совет, но хороший этот совет был явно... Это был... Нет. Ну как, это Роберт О'Брайен? Это, значит, помощник по безопасности, он, в принципе, главным приходит с бумагой к президенту. Понимаешь, тот, кто давал этот совет, значит, зачем нам такие... Зачем нам... Как это поговорка? Зачем нам враги, если у нас есть такие друзья? Вот. Тот, кто давал этот совет... Что это вызвало? Это вызвало абсолютную, реально, консолидацию иранско-иранских сил и там, усиление той же Хизбаллы в регионе. То есть они показали, вы видите, Америка это сделала в Ираке, сделала с иранцем, с иракцем. Вот они враги, да? И ты помнишь, что там сразу же парламент, это прям... Да-да-да, такую, да, вот, проголосовал. Прям... как фейерверк сразу это вспыхнуло в иракском парламенте, о том, что, ребята, мы сейчас все собираемся, консолидируемся и организовываем вывод американцев отсюда. Вот они должны убраться. Я, честно говоря, не слежу за ежедневной какой-то повесткой, я не слежу за там, сайтами Министерства обороны и так далее американскими, но я уверена, что практически ежедневно американские силы страдают от их вылазок, обстрелов, диверсий, провокаций и так далее. Это правда. Вот. Но с другой стороны, я хочу тебе сказать, я слышу тебя, я слышу то, что ты говоришь. Но с другой стороны, я хочу тебе сказать, что ты понимаешь, мы гегемон все-таки, и гегемон должен, ну, во-первых, как по меньшей мере в регионе, о котором мы говорим, внушать страх. По меньшей мере. Его должны бояться. Когда убивают, срезают острие копья и обезглавливают реально очень серьезную структуру и уничтожают главу всей логистики, которая выстроена, это должно, в принципе, послать определенный сигнал, что, ребят, если вы доходите до определенного уровня конфронтации, это может стоить вам жизни. Я думаю, что это был месседж, на самом деле, это было послание. Ну, ты знаешь, вот я тебе хочу сказать, что я сейчас скажу очень циничную вещь, может быть, неправильную, может быть, неполиткорректную. Вот очень страшный, но очень доходчивый сигнал – это Хиросима и Нагасаки. Абсолютно верно. Этим была закончена война. Вот. Но вот то, что вот это вот, это совсем другое. Это не работает. Вот нет? В том контексте нет. Это не работает. Это объединяет их. И понимаешь, что произошло после этого? Просто последствия. Вот, допустим, в той же иранской элите политической, что произошло? То есть вот эту ситуацию Рухани и вот этот клан, который
очень был, даже был бы не прочь договориться с вами, с американцами, и не только с американцами, он был абсолютно раздавлен, потому что после такого, допустим, вышел Хаменеи и сказал, что мы никогда, вот в ближайшее время, никогда, то есть в ближайшее время, как-то, ну, пока он жив, перевод, ну да, да. Да, мы не пойдем на переговоры с американцами, потому что они убили нашего Касема Сулеймани. И все. И вся вот эта вот лобби, которая существует в Тегеране, оно существует, которая лояльна и к американцам, и, возможно, даже там, к Тель-Авиву, к примеру, да, не будем показывать пальцем, но они были полностью лишены, из-под них была выбита почва. А усиление получил только корпус стражи Исламской революции, который сейчас, по крайней мере, провозглашает, и они подписывают с китайцами сделку о 25-летнем стратегическом сотрудничестве. То есть спрашиваться, ну, ребята, окей, как бы шахматы, вы делаете какой-то ход, ну, вы хотя бы подумайте о последствиях. Ну, понимаешь, вот если ставятся такие цели... Это была очень рискованная игра, Юль, очень рискованная игра. И это было очень болт. Она неоправданна. Это вопрос. Это мы увидим дальше. Да, но это уже видно. Скажи, разве не так? Ну, смотри. Они подписывают с китайцами, они подписывают договор с китайцами, они говорят, ах, так? Вы не захотели с нами? Все, мы уходим туда. Юль, смотри, отношения мусульманских стран с Китаем всегда, даже Хантингтон об этом писал, китайская цивилизация, исламская цивилизация всегда дружат. Это стандартный ход. И то, что любая исламская, независимо шиитская или суннитская страна, будет идти на потепление с Китаем, независимо ни от чего, Китай всегда хорошая альтернатива западному, как бы, западному пути развития. Поэтому я бы не сильно связывал ликвидацию Сулеймани. Я бы не назвала это хорошей альтернативой. И я не думаю, что внутри того же Ирана или Ирака, или вообще вот этих стран, что на самом деле они рады сотрудничеству с Китаем. Почему? А у них это... Да потому что это, знаешь, как действительно, вот кто-то написал, я не помню, это либо Хуку написал в этом Wall Street Journal, что это акт отчаяния. Это акт, как бы тебя унизили, и ты из отчаяния хочешь показать, что вы думаете, вот мы так просто как бы сдадимся, у нас есть еще одна дверь, мы пойдем в эту дверь. Это я не... Вообще ментально взять любого там перса или иракца, любого шиита и с китайцами... Вот, знаешь, это странно, все равно странно. Хотя я знаю, что ты сторонник каких-то прагматических моделей, но я считаю, что в каком-то глобальном контексте все эти модели все равно, они не совсем жизнеспособны. Они, это вынужденная тактика, понимаешь? Вот. И никакой радости они, я не думаю, что они прямо испытывают. Они будут испытывать злорадство. Они будут долбить американские базы, они будут выживать, они будут выдавливать, и ну, плюс теперь за ними будет стоять Китай, который будет стоять на их территории. Ты знаешь, что на юге Ирана, на вот этих вот в портах базы, они собираются сдавать аренду китайцам. Военным? То есть, вот, ты имеешь в виду? Конечно, конечно. Это интересное конечно. Развитие, это новое для это меня информация. Это очень интересное развитие. То есть теперь за ними еще стоят национально-освободительная армия Китая, спрашивается. Ну, как бы, ну когда это еще будет, и будет ли, это тоже пока вопрос. Ну, мы увидим. Мы сейчас должны прерываться на рекламу, не очень большую. Вернемся после этого и продолжим наш разговор. Спасибо. Бутик Политик. С понедельника по четверг с 4 до 5 вечера. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик Политик. Часть вторая. С вами Кирилл Задов и Юлия Юзик. Московский независимый журналист. Разговариваем сегодня об Иране. Еще раз привет. Привет. О. Я надеюсь, меня нормально слышно? И видно хорошо, кстати, для тех, кто смотрит нас. А таких, я думаю, немало сейчас, и потом можно это все будет посмотреть на Ютьюбе. Теперь, друзья мои, Юль, у меня к тебе такой вопрос. Скажи, пожалуйста, как ты считаешь, вот твое понимание ситуации, правильно Трамп вышел из сделки или неправильно Трамп вышел из сделки? Ты знаешь, мне кажется, что он вышел неправильно из сделки. Потому что, то есть... Понимаешь, непонятно, что это дало. Вот. Давление, понимаешь, давление, которое мы оказываем, оно рождает такую же силу противодействия. В чем? Он выходит, смотри, Трамп выходит из международных каких-то сделок и договоров. То есть сейчас ситуация такая, что Россия и наша Владимир Владимирович пытается как бы вот это место гегемона
которая Трамп сейчас уходит во внутриамериканские проблемы. Это реально вот то, что наблюдаем мы со стороны. И пытается Европа вместе с Россией и с Китаем решать судьбу Ирана уже без США. Какой был смысл в разрушении этой сделки? Причем, что вот самое интересное, кстати, они все время, наши все время говорят, пацаны, которые принимали это решение, что на самом деле смена режима не является целью и задачей. А что является целью вот. И задачей? А чтобы Иран начал себя хорошо вести прилично. В смысле, ну, то есть, как бы перестал. Ну, там, кстати, они определили список, очень смешной список. Значит, во-первых, Иран должен перестать поддерживать всяческие шиитские милиции в регионе. Должен перестать, хуситов перестать поддерживать. Только снять штаны, наклониться как бы и вперед. Пожалуйста, друзья, мы готовы. Ну, персы мы понимаем не такие. То есть идея, несмотря на то, что мы говорим, что мы не хотим менять режим, на самом деле идея, мы хотим менять режим, правильно? То есть я сказал сразу. Да, говори. Менять режим все равно вот таким способом не получится. Это надо делать другим способом. Каким? Ну, понимаешь, если ты уже делаешь большую игру, как я считаю, ты должен идти, уже вот просто идти и не бояться дальнейших шагов своих, последствий. То есть ты к войне идти, война. Смотри, вот если Трамп говорит, если будете так себя вести, если вы сейчас там начнете дергаться, мы по вам ударим, мы вас там разбомбим, ваши города, мы сделаем то, мы сделаем все. Ну, сделай, окей. Это слишком большая цена. Угрожать одно, бомбить другое все-таки. К Сулеймани был, по-моему, первой звездочкой такой. Нет, я не призываю, чтобы это не выглядело, что я призываю бомбить Иран, да. Но вот таким способом ты это не решишь. Это было очень смешно. Ты понимаешь, когда начались волнения в январе в Тегеран, Тегеран вышел, в основном вышли студенты, профсоюзы студенческие и так далее, да, ну что обычно выходит на революциях, что в Китае там кто совершил революцию и так далее. И Трамп начинает писать твиты на фарси, что давайте, ребята, мы вас поддерживаем. Извини, парень, но... А чем поддерживаю? А чем ты поддерживаешь? Морально? Ну, морально мы тоже тебя поддерживаем. Да, да. Если ты поддерживаешь, то ты, если ты хочешь ломать режим, ты представь себе, как он выстроен, да? Это просто скелет. Мы даже сегодня не успеем даже начать этот разговор о том, как он построен. Нет, через неделю ты расскажешь. Ну, ты понимаешь. Да. А просто куча студентов, которых они перебьют, попередавят и повесят в тюрьме, ну, таким образом ты это не сделаешь. И получается, что вы убиваете одного влиятельного человека в Иране, который это все делает, но что это меняет? Вы сам акт, как это произошло, выглядит так, что Ирак, Иран и Ливан туда подключается, в принципе, ну то есть так, Хизбалла. Имею в виду все. То есть вся вот эта шиитская и так далее. Они называют это сопротивление. Они начинают сопротивляться. Не, они называют это сопротивление. Вся шиитская ось, она сопротивление на самом деле. Ты знаешь, к тебе подносят электрод и говорят, мы сейчас тебя убьем током. Мы тебя сейчас убьем током. И ты уже в предвкушении, раз такой, идет тонкий сигнал, зуд. И ты возбуждаешься просто. Вот, понимаешь, то, что сделано, просто всех возбудили. Возбудили эту толпу, ее воодушевили, ее объединили. И спрашивается, ну, я не понимаю этого. Понимаешь, и санкции, да, они выматывают экономику, да. И я думаю, Хизбалла там сидит сейчас на одном месте, особенно после взрыва в порту, и по ним тоже в Европе наносятся там какие-то, может быть, даже показательные удары по их инфраструктуре. И денег нет, и все под санкциями, и всем тяжело, и они сидят и думают, что делать. И тут стоит Китай у порога, да? Да, конечно. Окей, ребята, мы пойдем в Китай тогда. И сейчас мы вам такое покажем, да, что вам всем... Возможно, это тоже элемент политического торга. Это тоже исключать нельзя, зная персов, да. Тем более, что сейчас они будут выдвигать на президентские выборы опять Ахмадинежада, который уже его позиционирует как оппозиционера. Это очень смешно. Знаешь, Ахмадинежад оппозиционер, это очень смешно. Но, тем не менее, он пытается критиковать китайскую сделку. Для чего? Для того, чтобы, если что, он лично пытался договариваться с американцами, если вдруг что-то пойдет не так. То Но есть корпус, них, на самом деле, кладут, не очень ему доверяет Ахмадинеджаду тоже. Он все-таки человек... Корпус не очень ему доверяет, потому что Ахмадинеджад все-таки немножко из народа. Он популист немножко. Ты глубочайше ошибаешься. Это человек корпуса. Как ему корпус не доверяет? Ну, не очень. Нет, Кирилл, ты не прав. Ну, подожди. Корпус задерживал его родственников там аккуратненько, приводил их в суд, сажал их в тюрьмы, там коррупция, всякие вещи.
корпус не очень доверяет Ахмадинежаду. Это президент Роухани, когда вот два срока президентская администрация, и они могли себе позволить что-то сделать, они могли тронуть кого-то, но ничего глобально против него они сделать не смогли. Потому что когда Роухани президент, вот эти два срока, вот эти структуры все, они же тоже подчиняются. Например, они подчиняются Министерству разведки, взять их сейчас, да, Министерство информации. То есть сейчас его возглавляет человек из клана Роухани. И так или иначе, все структуры Министерства информации, они все равно так или иначе Роухани на них влияет. Потому что это его человек. А когда вот они поменяют главу Министерства информации и поставят, например, не упаси Боже, я когда смотрю на его лицо, у меня все вообще внутри вздрагивает и умирает, это глава ксировской разведки нынешней по фамилии Таеб. Вот это будет жесть, если они поставят его главой разведки. Там начнутся такие чистки, что, знаешь, Сталин по сравнению с ним покажется просто невинным ангелом. К сожалению, Юлечка, больше это да. Это все, знаешь, условности игры. Самом деле Ахмадинежад человек корпуса. И я не знаю, откуда эта иллюзия, что корпус там против него. Не против. Он вышел, он из провинции вот этих азербайджанских. Он начинал свою карьеру. Это человек корпуса стражи, абсолютно. Просто из него пытаются сейчас лепить такого оппозиционера, который против китайской сделки, он там ездит уже по провинциям, он начал свою кампанию. То есть, возможно, они играют и пускают пыль в глаза публике, но на самом деле ситуация такова. Юлечка, к сожалению, мы должны прерываться, потому как заходит следующий час. Через неделю мы продолжим этот разговор, потому что мы только его начали. Хорошо. Спасибо тебе огромное за это, за то, что нашла время поговорить с нами. Пока. Счастливо. Спасибо огромное. Напоминаю, друзья, с нами была Юлия Юзик. Юлия Юзик, независимый московский журналист. И мы переходим плавно в следующий час. Естественно, «Бутик Политик» продолжается. Сегодня уже впервые мы работаем 2 часа. «Бутик Политик» с понедельника по четверг с 4 до 5 вечера. Сказал, как обрезал.